Привет, друзья! Как вам информация первого дня марафона? Надеюсь, все было четко и понятно. Надеюсь, вы уже начали немножко по-другому выбирать продукты в супермаркете и готовите немножечко другие блюда. Надеюсь. Но моя работа еще не закончена. У нас впереди еще 2 дня марафона. И что же я вам расскажу на второй день марафона? Вы знаете, есть такие люди, которые не только, ну вот, портится началось здоровье, и они не только поняли и делают, они еще и понимают, что они делают, и делают все верно, и у них вот, смотрю, их пищевые дневники, все классненько, и физическая нагрузка, и водный режим, и белки, и углеводы, все, разобрались, вижу, действуют правильно, но результата нет. И этим людям я посвящаю второй день нашего марафона. Это люди, которые в менопаузе. Мы с вами разберем, можно ли в менопаузе привести себя в порядок. Можно ли сделать так, чтобы менопауза не изуродовала ваше тело, оставила его в покое. Ведь есть люди, которые красивы и в менопаузе. Вторая причина, которая тормозит процесс стройности, это гипотиреоз. Можно ли, имея гипотиреоз, приводить себя в порядок, не углубляться в гипотиреоз и иметь крутое, красивое, простроенное тело? Это нужно обсудить, потому что это нужно обсудить. Ведь гипотиреоз – это следствие, очень часто следствие того, что вы находитесь в метаболическом синдроме. Соответственно, вам нужно ваши ушки получить эту информацию. И следующая причина, по которой люди стараются, делают, молодцы, а результата не имеют. Это они строят фундамент своего здоровья. Они в инсулинорезистентности, и они знают, по крайней мере, мои студенты, которые меня слушают, точно знают, остановиться нельзя, позади Москва. Если я распущусь, то просто угодю, подвинусь в сахарный диабет. И мои студенты это точно знают. Теперь вы тоже мои студенты, и вы тоже будете это знать. Поэтому второй день нашего марафона мы разберем вот эти 3, ну, патологии-состояния, которые мешают иметь красивое, здоровое, молодое, сексуальное, гибкое и так далее тело. Но, к счастью, с этим можно работать. Обязательно регистрируйтесь по кнопочке, не пропустите ссылку на эфир, активируйте колокольчик, сделайте так, чтобы вы были на эфире, потому что мы разбираем очень важные для здоровья вещи.